Предприниматели, которые продавали уголь по завышенным ценам, заплатят штраф. Об этом сообщает Госкомтарифэнерго. Ведомство начало проверку после того, как активисты ОНФ провели собственное расследование и предоставили данные. За полгода тонна твердого топлива подорожала на 500 рублей. Предприниматели ссылались на повышение отпускных цен. Однако по закону конечная стоимость не должна превышать лимиты, установленные правительством. В Хакасии такие факты выявили. Пока наказаны два торговца из Абакана и Черногорска. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и других предпринимателей.